В Витебской средней школе номер 6 появился новый компьютерный класс. В школе функционирует допризывный центр. Реализуется проект «Школа. Территория здоровья». На ее базе проводятся спортивные мероприятия республиканского уровня, такие как, например, «Снежный снайпер». Есть тут этнографическая экспозиция «Белорусская хатка». Двое учащихся, как победители областной олимпиады, будут защищать честь региона в финале состязаний. На уроках информатики приходят сюда и другие учителя, предметники, и чтобы и подготовиться к своим урокам, и чтобы провести уроки с использованием информационно-коммуникационных технологий.